Каждый день цифра заболевших коронавирусной инфекцией растет, и вместе с тем для обеспечения медицинской помощи инфицированным пациентам больницы города Минска по необходимости перепрофилируют. С 1 ноября начали прием больных коронавирусом и в первой городской больнице. Мы помогаем городу лечить ковид-пневмонии без сокращения объемов и качество оказания прочей медицинской помощи, которую мы ранее оказывали. За вчерашний день поступило к нам, за сутки порядка 50 человек. Главным корпусом мы развернули 150 терапевтических коек. Мы открыли реанимацию для лечения тяжелых ковид-пневмоний на 18 коек. Единственное, мы закрыли гинекологическую службу. На этих площадях мы разместили 100 коек инфарктных с интервенцией, то есть мы оказываем высокотехнологическую помощь. Мы были готовы, естественно, ко второй волне, и вот когда пришла наша очередь, если так можно сказать, то мы без всяких вопросов вступили в эту работу сразу же с колес. На сегодняшний момент фактически все клиники города работают в этом режиме. Кто-то корпусом, кто-то полностью перепрофилируется под лечение инфекционных пациентов. Хочу напомнить нашим жителям города Минск о том, что в одиночку медики не могут справиться, быстро справиться с такой проблемой, как пандемия ковид-инфекции. Поэтому все, что требуется от наших жителей города Минска, ношение масок, социальное дистанцирование и обработка рук. Вот и все. Больше ничего. Остальное сделают медики. Поэтому всем здоровья. А если вы переболели коронавирусной инфекцией, помогите и другим вылечиться, сдав плазму. Сегодня ее принимают в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, а также в 6-й больнице.